Так или иначе, нельзя не упомянуть момент синхронистичности, удивительного чуда. То, что люди часто отмечают, как-то странно, но эта карта настолько вовремя возникла в моей жизни, я не знаю, каким образом. И говорят, какие у тебя чудесные карты, удивительные, волшебные карты. Они именно вовремя говорят о самом важном. Трудно прочертить черту, где происходит чудо, а где чудо происходит в результате того, что мы отражаем в картах, то, что происходит внутри. Где психология, где магия, волшебство. Действительно, психологи говорят, и слово синхронистичность введено психологом Юнгом, объясняющим удивительное, чудесное, в большей степени в психологическом контексте. Так или иначе, и то, и другое важно. Но картам важно относиться не как просто гаданию, когда мы смотрим и банально отвечаем. Вот попалась карта любить, значит, надо любить. Сама по себе подсказка, она пока еще пустая. Кого любить, зачем любить, как любить. Очень важно получить от них по полной. Гадательный компонент, даже если они выпадают не случайно, это всего лишь, может быть, 15-25% эффекта. Важный эффект, когда мы рассуждаем, говорим, понимаем, пока не придем к открытию. О! Инсайту, как я это могу применить, что я с этим могу сделать, что в этом самое значимое. Самое важное в этих картах раскрывается, когда мы погружаемся внутрь себя. Так или иначе, происходит чудо или нет, в любой карте, в любой паре карт, в любом сочетании карт мы можем найти отражение своей ситуации, отражение ее решения, понимание, как это сделать, увидеть то, что нам поможет в картинках, в словах, в оттенках, в том, что привлекает внимание или то, чего мы не заметили, инструмент, который нам поможет, способ, метод, ключ. То, как можно изменить то, что происходит, то, что связано с конфликтом, недопониманием, со слабостью. Найти в себе новые силы. Ну и другая сторона. Карты сами по себе как процесс, увлекательный, азартный, игровой процесс, развивают вот это самое качество интуитивного наития, умение объединить интуицию и логику. Они помогают восполнить баланс. Кто-то больше полагается на интуицию, но не пользуется логикой, кто-то наоборот. Они помогают установить этот баланс в игре. Совершенно естественным образом. Как-то помогает организовать свой мыслительный процесс и создать вот это замечательное убеждение, эту замечательную привычку мыслить, о которой говорят в психологии эффективности, в коучинге, привычку всегда находить пользу и удовольствие в том, что с тобой происходит. Всегда вычленить важное для себя зерно. Они развивают творческое отношение к жизни. Умение видеть с разных точек зрения. Кроме того, они учат способу общения особенному.